Детский сад «Айгуль» готовится к участию в программе поддержки местных инициатив. Три проекта были выдвинуты на голосование. Родители должны были выбрать, на что именно просить поддержку. Замена ограждений, первый. Второй – замена оконных и блоков и дверей на ПВХ. И третий – это благоустройство как раз-таки организации игровой площадки. Но, как выяснилось, по вопросам анкеты, большинство родителей выбирает вот этот пункт, правильно? Организация игровой площадки. Предварительное анкетирование показало, что большинство родителей уже определилось с выбором проекта. Но программа поддержки местных инициатив предполагает личное живое голосование, поэтому собрание было необходимо. Здесь же куратор программы ответил на вопросы родителей и подробно рассказал, как распределяются и кем выделяются средства на реализацию проекта. С республики выделяется субсидия на этот проект в случае его победы. То есть вся документация готовится, не более 1 миллиона рублей. То есть если проект, не более 1 миллиона, софинансирование от муниципалитета, то есть от города, от 5 до 15%. Но муниципалитет всегда поддерживает любые такие проекты, поэтому выделение средств всегда происходит по максимальному объему 15%. Родители решили также оказать помощь в выполнении работ. Это в том числе подготовка к ремонту, уборка после него и другие виды работ. Такая поддержка тоже предусмотрена программой. Также на собрании выбрали состав инициативной группы. Они будут помогать с документами и контролировать качество работ. Роман Бекулов, телекомпания «Арис».